Площадка форума – это возможность подвести итоги работы, презентовать результаты цифрового развития, найти новых партнеров, клиентов, ну и, конечно же, выработать новые интересные идеи. Я уверен, что здесь большое количество IT-специалистов, которым есть чем поделиться друг с другом и чем похвалиться своими достижениями. Как у хорошей медали у нашей выставки, две стороны как минимум. Первая – это показать то, что мы уже, то, чего мы достигли. И вторая – обсудить то, куда нам дальше двигаться и что дальше развивать. Я убежден, что подобного рода форумы – это не просто клуб единомышленников, профессионалов, но это еще очень важный элемент в развитии цифровизации новых технологий именно в Республике Беларусь. По информационно-коммуникационным технологиям ТИБА 2021 считается открытой.